Рушана, вот здесь вот этот пакетик тоже брать? Какой? Такой черненький. Да. Ага. Так, мы приехали до тещи. Я сейчас веком иду. Будем работать. Нужно делать ремонт в кухне. Вот у нас все инструменты. Коронка, перфоратор. Опа. Пойдем работать. Ремонт, дело такое. Люблю делать ремонты. Ого. Главный электрик идет. Ага. Главное. Включается пока. Вот. Коронка, сейчас еще остальное принесу. Мы сегодня будем снимать пластик с потолка. Смотреть, что там, какой потолок, в каком состоянии. Что вообще. Сначала пластик будем снимать. Вот. Торопишься, да? Вот. Снимем, а там уже. Плитка. Вот такая. Половая керамогранитная плитка. Я думаю, будет красиво. Да? Будет бомба. Бомбически будет. Вот. Ну что, команда? Я пошел за остальным инструментом. И будем потихоньку снимать. Начнем. Сразу видно, настоящий это огородник. Что у меня может быть в карманах? Морковка. Может пока вот эту трубу почистить. Трубу почистить? Ага. Чтобы весь мусор сейчас смести все. Шпатель в этом вон там, видишь, вот и эта штука есть, железка. Угу. Тоже все посчищать. Угу. И все. Короче, я пошел за остальным инструментом, будем работать. Будем без света, да? Да, потому что у нас это, сейчас стоим. И такое это. Замкнуло, такой щелчок произошел. Вот. И там в потолке побежали мыши. Я как понял, что мышей там ушатало только. Вот. И скорее всего, может быть, даже там мышка валяется. Будем смотреть. Как ты это? Мы хотим посмотреть, что там под этим пластиком. И можно ли поднять немножко выше потолок? Нет, потолок выше нельзя. Уже нельзя, да? Вон там. Уже на самом же этом краю. Угу. Я тебе знаю, что предлагаю. Один хотя бы капюшон надо было брошь. Капюшон, куртку, что можно бы стряхнуть, а голова будет потом весь день грязная. До самого вечера пока не помоемся. Ох ты, ёбка такой. А что ты? Там вот такая доска. Маме лучше этого не показывать. Что именно? Потолок. Фу! Ужасно. Давай, вот знаешь, что мы сделаем? Оторви его и беги отсюда. Убегай. Уходи. Потолок. Я думал, там будет как у нас саманная что-то штукатурина, а потом это сделано. Этот, как конечно, здесь мыши, да, будут бегать. Ну, конечно, будет.
Люди будут бегать. Ужас. Ну а по-другому как? Ну как? Ну да. Ну, маме здесь не жить. Мама все равно сегодня весь раз перемывает и стирает. Здесь только консервацию будет мама хранить. Да так, летом. Летом в основном все мыши, я думаю, на полях, да? Да. Убегай. Фу, убегай. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Маску давай сейчас. А у нас же у нас нет в машине. Все. Полный комплект теперь. Еще батюшки в глаза тоже полетит. Да. Очень даже хорошо летит. Защита. Неправильно вроде бы одеваешь. Наоборот, Руж. Правильно. Зай, ну у тебя белая сторона должна быть внутри. Ты посмотри даже по этим. Ты уже ее испачкал. Ты руку это сними, да, перчатки. Стряхни теперь. Ну-ка напишите, правильно же он надел маску? Ну вот по веревке, по этим вот этим видно, что правильно. А по проволоке нет? А проволока должна быть сверху. Она непонятно, короче. Голубой вообще цвет одеваю сверху? Там это, когда человек болеет, один цвет должен наружу быть. Когда человек здоровый, на другой цвет одевается. Угу. Ну все, мы дальше в бой. Этот пластик мы планируем вот сюда, под навес его. Посмотрим, как получится. Но ты все же, хоть и ты маску одел, все равно отбегай, ладно? Так, все. Сейчас всю паутину уберем. Вот, и у нас следующий этап — это прокладывание электрики. Может, здесь надо будет поменять. Здесь проводка вон вся алюминиевая. А алюминий давно уже не в моде. Будем менять на медь. Тому подобное. Я думаю, мы здесь сейчас будем в гофру прокладывать провод. Потому поверх. Что убирают? Нет, потому что чтобы мыши не перегрызли провода, вот. В гофру положим. Вот и, как говорится, это электрику сделаем, а потом уже, ну, стены и потолок, окно нужно тоже заштукатурить. А там смотри, доски Рошан. Ну да, там. Это просто так утепляли, это дорога. Там же голубятня сверху, там просто получается доски постелили, а сверху утеплили землей и все. Говно машины.
Ну вот, что ты, мама, ты говорит, в говне иду? Стоишь? Мама говорит, я сейчас приду помогать. Я говорю, нет, мама, оставайтесь дома, пожалуйста. Да. Это видео не для слабонервных. Реакция на паук. Паук, паук, паук. А вдруг бы он был ядовитый, меня укусил бы, я потом бы стал человеком-пауком. Мы сейчас ездим в Пятерочку. Потом нам нужно будет съездить по поводу поросят. Сегодня позвонила женщина и хочет задаток отдать за двух девочек. Застолбить. Угу. И потом домой обедать, да? Да. Ну, Кристинку до дома довезем. Ты сам последний, да? Да. Пообедаем потом. Да. А потом отвезем. Две девочки уже все. Забрали. Только... Теперь осталось только Хрячков. Хрячков продать. Да. Мы двоих возьмем. Хрячков? Да. Тогда вы должны их сразу по это, ну, пометить. Выбрать, да. Бычок, выбрать. Бычок, бычок, бычок. Да, вы должны будете выбрать, Кристина, каких вы возьмете. Потому что мы же будем продавать, и там будут приезжать там люди. Приехали, если не приедут. А ты думаешь, почему Ваня переживал, что надо их кастрировать быстрее? Ваня же все. Я говорю, тоже говорю, что ты переживаешь, чужие поросят? Там двое моих. А, ну хорошо. Спорткомплекс, спортзал. Здесь, в станице. Это спортзал рано или поздно сложится, если не так теряете. Черно-белый, маме подовый. Че, как он черно-белый? Ну, я имею в виду такой. И черный, и ассорти. Земля потерял. Кушать хочешь? Алло. Ты где? А ты где? Меня. Все, сейчас я подъезжаю уже. Ты же поросят продавали. Кабанчиков, скажи, продали. Да, ну, попросил, чтобы я Пятерочку забежала, потому что мы в рабочем. Да, Ване надо было приехать. Мы не могли сегодня в Пятерочку забежать, потому что мы в рабочем. На перекрестке вообще остановимся, да? Ваньке скажи, чтобы это приехал, метил. Да, Кристин, поросят, если он хочет, да. Ладно. Ага, давай. Ой, что-то скрипит. Вдруг как в сказке скрипнула дверь. Смотри, сколько здесь всяких разных цветочков. Меньше теперь. Да, слава богу, хоть есть клиенты, которые покупают. Хрен у нас, видите уже какой? Так. А что, рой открылся или что это? Как будто их что-то здесь слишком много. А ты ушел, я думал, ты пошел поросят смотреть. И это тоже хотел смотреть. Нормально все у них? Да. И тебя нету, я что-то начала переживать. Смотрю, ты на речке. Работает что-то, работает. Нет. А вот амброзия. А вот амброзия. Вот он, пион. Его потом просто во двор. И все. Я тебе давал рыбную терну сажать, а что там бросил? Да не говори. Все же, да, цвел терн. Как ты думаешь?
Он же вместе с абрикосом начинает, да, цвести? У нас обед. Сегодня на обед у нас суп. Мама оставляла нас на обед, но нам нужно было... Я говорю, мамуль, говорю, нам надо бежать к животным, кого-то попоить, кого-то покормить. Бройлеры все очень быстро съедают. Я говорю, мы у себя пообедаем. Потому что я же тоже готовлю. Это тоже должно все съедаться. У нас до сих пор стоит мясо в холодильнике. Готовое уже все. Рушану говорю, может мясо тебе подарить? Она говорит, нет, я хочу суп сегодня. Так что всем приятного аппетита. Да, немного. Мы будем сейчас обедать.